Re, viss ēters ir te. 40% безработных в Латвии не трудоустроены долгосрочно, более одного года. К тому же часть тех, кто находится без работы, потеряли надежду и считают, что для них не найдется вакансий. Таковы результаты исследования, которое проводила в Латвии Организация экономического сотрудничества и развития. Мы смотрели на эффективность разных программ. Одна из них – система обучающих курсов для безработных. Мы выяснили, что на самом деле участие в курсах увеличивает возможности людей найти работу. И это очень важно. Во многих других странах было непросто определить это влияние на уровень безработицы. После исследования рынка труда Латвии специалисты Организации экономического сотрудничества и развития советуют агентству занятости оказывать услуги через интернет и более тесно сотрудничать с самоуправлениями, чтобы целенаправленно вывести на рынок труда тех, кто долго не может найти работу. Кроме того, в организации рекомендуют дополнить существующие курсы обучения и переквалификации другими мероприятиями. Например, более короткими семинарами или расширить пособие по мобильности. Рекомендации ОЕСД примет к рассмотрению Министерства благосостояния.